Thanks, CJ. I see you around. Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами как следует посмотрим топ 10 самых крутецких модов в кавычках на просторах GTA San Andreas. Я знаю, что GTA San Andreas славится своими модификациями, и это вообще одна из немногих игр, где можно творить все, что тебе душе угодно. И настолько это все доступно, что даже самый маленький человечек на этой планете может создать реально свой собственный мод для GTA San Andreas. Вот настолько это возможно сейчас. И причем вам потребуется всего лишь 1, 2, 3 программы. Все. Ну и, конечно же, фантазия. А вот с фантазией сегодня и у этих модификаций хоть отбавляй. Просто я не знаю, как такое можно было придумать и как это можно было залить на серьезных щах для всеобщего доступа. Ну и сейчас, ребята, для тех, кто играет в GTA San Andreas мультиплеер, приходите ко мне на резонку ролеплей Red Rock. Все ссылочки и IP-адрес есть в описании. Также при регистрации вводите мой ник Дэнни Хик. А на 6-м левеле получай крутые бонусы при вводе моего промокода, который видишь сейчас у себя на экране. Ну и сейчас давайте же посмотрим эти гениальные модификации. Это просто гений мододейлинга в GTA San Andreas, погнали. Так, и первую модификацию добавляют у нас Ника Белика в GTA San Andreas. Посмотрите на этот скриншот. Точная копия, прям не отличить, честно говоря, что это за странная хрень. Тату и Saints Row. Надо иметь 0 жира и 0 худой и 100 мускулатуры. Гейболка. Это мой первый мини-мод. Мод сделан чисто для прикола и не преследует никакие цели. Теперь у Карла футбол как у гея. Сразу скажу, я не гей, а приколист. Не гей, а приколист. О боже, что это? Гейболка просто. Качественный CJ. Мод заменяет текстуры CJ на новые. Очень высокого качества. Также изменяется... Изменениям подверглась модель CJ, проверили пластиковую операцию, и теперь пальцы на его руках раздельны. И не похожи на сосиски. Окровавленный смоук. Люди, вот и вышел окровавленный смоук. Кто проходил GTA до конца, помнит, как Карл убил его. И вот смоук восстал из мертвых. Ботинкам не кидать, это самая первая работа. О боже, как это можно было сделать, боже, как? Окровавленный смоук. В этом небольшом сборнике 3 скина. Первое, супермаска. Второе, собака-маска. Третье, обычный человек-маска. Минусы, не очень качественные текстуры. Ну да, мы видим. Ника Белик, бета-версия 2. Теперь CJ тонет в воде. Всем привет, вот мой новый скрипт. Теперь и GTA San Andreas. CJ может тонуть в воде. Вот видео. CJ тонет. Не повторяйте этого дома. CJ приближается к мосту. Господи, что он сделает? Только не это! Нет, CJ, ты не умеешь плавать! С этим скриптом точно! Нет, CJ, не думай даже об этом, не думай! У тебя семья, брат, еще кто-то остался, не делай этого! О нет, он это сделал! Парашют еще с собой взял! И утонул! Девушки загрузочных экранов. Девахи загрузочного экрана теперь в игре. Блин, кстати, похоже, кстати. Райдер-фашист. В прошлый раз у меня не получилось, и я сделал другую версию. А на этот раз я сделал из Райдера Адольфа Гитлера. Ведь он предатель. А, господи, что это за хрень? Почему у него Прикольная татуировка у CJ на теле. У CJ на теле появляются новые татуировки. В том числе и шрамы, и порезы. В скобочках. Работает только на накачанном виде. Просьба не судить строго. У него даже ногти накрашены. Вот это с гейболки смотрелось бы. Хорошо. Новые красивые штаны. Заменяют городской камуфляж. Очень красивые, правда. Эмма Хайр for CJ. Эмма прическа для CJ. Сентябрь горит. Эмма прическа для CJ. Что вообще? Гараж ВКонтакте.
Недавно в Сан-Андреас подключили интернет, и CJ засиделся ВКонтакте. Чтобы ВК был всегда рядом с ним, он решил сделать гараж с иконкой ВКонтакте. Текстуры качественные. Вот такое вот, ребята, безумство происходит в GTA-моддинге. А если вдруг вы хотите вторую часть, то поддержите этот ролик лайком. Я пойму сразу же, буду сразу же пилить вторую часть. А если вы тут впервые, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите комментарии. И с вами был Хик. Всем хорошего настроения и пока!